какая красота. Банкетный зал. Аудиогид есть Кринга в Измайлово. Музей истории водки. Да, туалет. Тоже нужная вещь. Сюда мы еще не ходили. Обряд бракосочетаний. Зайчики. О, слышно даже птичек. Такая красотища инсталляция. Бабочка, стрекоза. Тут дальше идут торговые ряды, сделанные под избы. Красота. Это торговые ряды. Я нахожусь за мельницей. Но тут тоже красиво. Начинается небольшой дождик, конечно. Закрытая антикварная лавка. Дождик немножко усиливается, но весна все-таки. Выходим к коврам. А вот и мельница, которая горела. Сторожевая башня какая-то. И ковры. Там внизу рынок для туристов, сюда еда, и здесь такой вот переходик к номерам для отдыхающих.
Вот как-то так. Можно бродить здесь. Там румиконовцы собирались внизу. Косплеиться. Ну и пока там бесплатно, надо туда сходить, пойти посмотреть. За это платить не надо. Раньше был платный вход в эту часть. Там вон номера. За занавесками люди могут снимать. Красота, здесь уже начиналась платная зона раньше. Теперь попробуем спуститься вниз. Найти проход надо. Попробуй туда спуститься. Винтовые лесенки, которые никуда не ведут. Тут еще один проход с частоколом. Но нам надо вниз. Ну, по фонарам. Не знаю, будет видно или нет. Смотреть сюда. А тут типа можно крутить еще. И меняется изображение. Прикольно. Еще вот это типа прикольно. Цветочка еще, если будет вообще класс. Инсталляции. Выкладывая фото, поставьте тег. Печки на дровах, барбекюшники. И в конце нас ждет такая веселая елочка, походу из бутылок. Книжки. О, Шолохов есть даже. Thank you.
Домик главы Иди. Да, я просто не могу.